Коммуникации все в городе старые, и вечный ремонт кругом. Вот неправильно переходят люди дорогу, ничего не боятся. Ну что тут поделаешь, уже такое привычка. А так шум, суббота, то ли канализация, то ли коллектор, то ли трубы теплоснабжающие. Ну что хотели, все вложилось 70 лет назад. Надо все перелаживать в городе. Это трудная работа, раскапывать. Асфальт вложили 5 лет назад. И все оно так, замкнутый круг получается. Ну, рабочие работают, это тяжелый труд и опасный. Вот кислородный баллон лежит. Вот это масло опасно. Если масло попадет в кислород, он взорвется. И вот электросваркой так вот они работают.